3 сентября в северной столице Омской области состоялся 17-й Тарский полумарафон. В этом году мероприятие прошло в формате большого спортивного праздника, который посвятили 200-летию нашего региона и Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Событие открыл министр спорта Омской области Дмитрий Крикарьянц. В полумарафоне приняли участие почти 4000 бегунов, в том числе и гости из Санкт-Петербурга и Казахстана. Большинство участников стартовало в массовом забеге на дистанцию в 2022 метра. В состязании мужчин отличился Евгений Скударнов из Тевриза, а среди женщин золотую медаль завоевала Вероника Рудгальская из Колосовки. Мне очень понравилось, очень много людей, много знакомых, которых давно не видел. Ну, лето, все равно отдыхали, все наконец встретились. Я рад такому результату. Собирался попадать в призы, конечно же, но... Немножко были сомнения, что выиграю прям. Увлекательная борьба развернулась на основной дистанции полумарафона – 21 километр и 100 метров. В соперничестве мужчин в основной категории до 40 лет все решилось в заключительной части забега. Золотую медаль выиграл Станислав Горденко из Таврического района. Классно, уютный стадион, поддержка, водичку подавали. Правда, я не пил на дистанции, но всем ставил лайки. Сейчас идет старт в рамках подготовки к московскому марафону. Хотелось не быстро, но так как соперник пошел вперед, пришлось подержаться, потерпеть. Но сейчас делаю больше объема, и, соответственно, они дают свои результаты даже на половинке. В состязании женщин главные события произошли ближе к середине дистанции. Амичка Тамара Волнина увеличила скорость, ушла в отрыв и уверенно победила. Здорово, что проходят такие праздники спорта, и не только полумарафон, а еще и эстафеты. И было первый круг, по крайней мере, с кем бежать, сопровождали ребята из эстафеты. Отлично, здорово, что столько людей приехало, еще так далеко, 300 километров все-таки. В общем, спасибо за этот праздник, все отлично. Еще одним ярким моментом праздника стал семейный забег. Родители с детьми пробежали дистанцию в 600 метров. Хочу поблагодарить, что устроили такой праздник, что устроили такой марафон для детей, для родителей. Действительно, что нужно обязательно приучать детей к спорту, чтобы обязательно они влюбились, чтобы обязательно они везде участвовали. Также в программу Тарского полумарафона вошли и Экиден, в котором соревновались 4 команды, и фестиваль ГТО.